карьера сложилась, в принципе, так, как и задавал тонус мне сам ЕГУ. То есть работаю нынче в сфере туризма белорусской. Я делаю музыкальный фестиваль возле Мирского замка и работаю заместителем директора гостинично-ресторанного комплекса в Несвежском замке. Главный приоритет учебы – это, так скажем, задать тонус, да, чтобы человек в этом направлении начал мыслить и повернуть его в определенный ракурс. Про конкретные компетенции, навыки я бы не говорил. Я бы говорил о том, что студент начинает желать идти в каком-то направлении. Вот, а там уже многое зависит от, собственно, стремлений и желаний и умений этого человека. Говорят, что школьные друзья это на некоторое время, а университетские друзья это на всю жизнь. Поэтому у меня так случилось точно, я подтверждаю эту теорию. Я бы дал совет абитуриентам ЕГУ на сегодняшний день, это действительно разобраться в себе, хорошо подумать, что его интересует, и выбрать интересующую его программу, потому что от этого много зависит в его будущем.